Лицом к лицу с читателями. Встречу в таком формате устроила редакция газеты «Аргументы и факты» в Саратове. Журналисты не стали выдумывать велосипед, а просто поставили стол в зале главпочтамта и открыли народную приемную. С людьми беседовали главный редактор издания и юрист в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Народную приемную АИФ проводит периодически. В этот раз к столику с красным флажком подошли не менее 30 человек, каждый со своей проблемой. Поликлиники, когда живые носки, поликлиники всегда большая очередь. Даже вот она открывается в 8-7 часов приходишь, а там уже народ. Основная масса вопросов – это ЖКХ, медицина, дороги, социальная защита. У нас газета социальная, и мы помогаем людям и советами, и делом. У газеты большой читательский пул. Соответственно, те люди из власти, которые отвечают за то иное направление, они внимательно читают и стараются принимать меры. Мы на это очень рассчитываем. Саратовский главный почтамт для встречи журналисты выбрали не случайно. Сейчас в России проходит неделя льготной подписки. Тираж АИФ «Саратов» составляет 30 тысяч экземпляров, но так как газета считается семейной, каждый номер изучает около 70 тысяч жителей. Своим постоянным подписчикам журналисты подарили книгу от издательского дома АИФ. Фолиант выпущен к 70-летию Великой Победы. Здесь собраны воспоминания и дневники детей, переживших Великую Отечественную войну.